Лежи. Я специально отхожу. Вот за нами нет. Все, готов? Добрый вечер. Сегодня очередной тур прошел. Для вас он тоже менее удачно, чем прошлый тур, где вы одержали неожиданную победу. Вот сегодня забили столько же, но много довольно пустили. Из-за чего? Ну, сыграли в первую очередь погодные условия. Во-вторых, не было основного центрального защитника. Команда была намного быстрее нас, мы были не готовы к такой скорости. Это сыграло ключевую роль. Кого можете отметить в команде соперника? Кто, может быть, удивил, кого не получилось удержать сегодня? Ну, вот два скоростных было. Один 17 номер, второй не помню седьмой, какой. Седьмой. Может, седьмой. А так, в принципе, со всеми можно было играть. Ясно. Ну, удачи в следующем туре. Спасибо. Спасибо.